Импозантный мужчина в кадре никто иной, как Сергей Перминов. Бард, поэт, джазовый барабанщик и актер. В минувшую субботу он отметил 70-летие, однако и в своем возрасте продолжает активно творить. В числе последних достижений – главная роль в японском фильме «Мелодия света» совместно с рок-музыкантами. Также издание книги о легендах и фактах Второй мировой «Бешеная Мария», где Сергей Сергеевич попытался пересмотреть некоторые аспекты страшного времени. Свой творческий путь юбиляр продолжает в окружении друзей и коллег по цеху, и даже день рождения у него – бенефис. Родился вот в этот день, 13 января 48 года, в 12:30 ночи, в городе Москва. Я сам по корням москвич, но я называю себя обрусевшим москвичом, потому что я очень долго живу на Дальнем Востоке. Юбилей решили отметить на сцене концептуальной и некоммерческой площадки небезызвестного даже за пределами Приморья театра «Перекресток». Здесь под руководством Сергея Рыбалки собираются настоящие сливки городской творческой интеллигенции. В прошлом театр уже дважды переживал переезды, но продолжает жить и, главное, создавать удивительные, комплексные и всеобъемлющие по своей сути творческие программы. Мы полагали, что мы станем тем перекрестком, на котором могут пересечься дороги очень разных людей, разных. Ну, вообще, что такое перекресток? Это точка, где возможна встреча путников. При условии, что это не суперсовременная развязка, когда дороги идут в разных уровнях, и черта с два вы встретитесь хоть с кем-то, просто будете валить своей дорогой. А самый простой такой, грунтовый, возможно, да. И встреча – это не обязательно, но она возможна, и только тут. Сегодня театр существует на улице Крыгина в районе Игершельда. Сюда он переехал с полгода назад. Тут Сергей Перминов даже в свои 70 – человек нужный и полезный. Мультиинструменталист, поэт и исполнитель песен под гитару, он заслуженно пользуется авторитетом в этом локальном мире экспериментального искусства. Думали, что это навсегда. Ночи нам короткими казались, до утра по улицам шатались и в засос до крови целовались. Если б кто-то нам сказал, тогда рухнет все, перевернется мир, превратится в эфемерный миф, разбросает вас кого куда. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков, новости на восьмом.